Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудаль. А завтра уже февраль, причем стартует он довольно уверенно, с хорошего такого плюса для зимы. Ну, месяц он довольно изменчивый, так что радуемся с осторожностью. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 6, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 1-3 мороза. В центральных районах и на юге днем 5-7 тепла, тоже облачно с прояснениями, ночью до минус 2. Послезавтра ночью и утром местами слабый снег, ну а температура существенно не изменится. О погоде все, удачи вам, увидимся.